Всем привет, ребята! И сегодня, наконец-то, долгожданная рубрика теорий. Приятного всем просмотра! В этом видео мы пытаемся разобрать и сравнить, куда же делся Копа, первый сын Симбы. Приятного просмотра! Копа – это первенец Симбы. Его первое появление показано в книге «История двух братьев». Также можно сравнить львят, которые показывают Рафики в конце первого мультфильма и в начале второго. Можно заметить различия. Также вы сами можете сравнить их по картинке. Но если вы также думаете, что я это все выдумываю и это неправда, то вот еще одна причина того, что Копа был. Симба в первой части выглядит значительно моложе. Во второй части он выглядит значительно довольно старше, как будто прошло очень много лет. Однажды Копа и Витани сильно влюбляются, и Зира это видит. Она решает убить его, потому что он ей напоминал о поражении Шрама. Зира специально подстраивает ситуацию, чтобы Симба не смог спасти своего сына. В итоге она убивает Копу. Следившие Тимон и Пумба пытаются остановить Зиру. Тимон кусает Зиру за ухо, поэтому мы видим отсутствующую часть уха. Также существует второй вариант этой теории. Зира атаковала Копу и подумала, что он мертв. Однако Копа очнулся и убежал из-за боязни Зиры. Зазу увидел происходящее и сразу же доложил Симбе. Симба изгнал Зиру и ее львов в чужеземье. Возможным подтверждением того, то, что Зира убивает Копу, является, что Симба оберегает Киару всеми возможными способами. И когда Тимон и Пумба следили за Киарой и потеряли ее из поля зрения, они очень волновались и нервничали, так как она могла быть точно так же убита. На этом видео подходит к концу. Обязательно пишите в комментариях свои предположения и теории. Обязательно подписывайтесь на канал и ставьте лайки. До новых встреч, ребята!